Добрый день, меня зовут Анжелика Григорьева. Наша программа рассказывает не только о трудовых буднях депутатов Государственного совета Чувашии, но и знакомит с ними за рамками публичной деятельности. И начнем мой выпуск по традиции с очередной сессии Госсовета 6-го созыва. 12 вопросов депутаты рассмотрели за 2 часа. Перед началом работы парламентариев с докладом выступил председатель законодательного органа Валерий Филимонов. Мы с вами вошли в 2018 год, объявленный Россией годом добровольца. Отрадно, что число волонтеров в Чувашии постоянно растет, а волонтерские движения ширятся, становятся все более массовым и востребованным. Важно понимать, что оно не только способствует реализации многих социальных проектов, но и позволяет сделать мир лучше и добрее. А потому нуждается во всемерной нашей поддержке, в том числе и законодательной. В январе в Нижней палате Российского парламента принят федеральный закон, регулирующий вопросы добровольческой волонтерской деятельности в России. Соответствующая работа будет проведена и Государственным советом Республики. С первых дней Нового года вступил в силу целый ряд федеральных законов, имеющих большую общественную значимость. Начато поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. И, как вы знаете, по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения планируется уже с 1 мая этого года. 2018 год дал старт десятилетию детства России и реализации президентских инициатив, направленных на поддержку материнства и детства, улучшение демографической ситуации в стране. До конца 2021 года продлена программа материнского капитала, а его средства разрешено также получать ежемесячными выплатами и направлять на оплату образовательных услуг для дошкольников. Российские семьи, в том числе проживающие на территории Чувашии, уже начали получать ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка. В республику также поступил первый транш федеральных средств на ежемесячную выплату семьям в случае рождения, усыновления третьего ребенка или последующих детей. Далее депутаты перешли к повестке дня сессии. Первым рассматривался вопрос о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период следующих 2 годов. По словам министра финансов Светланы Янилиной, доходы в этом году увеличатся на 3 миллиарда рублей. Слово моей коллеге Ирине Волковой. Пополняется республиканская казна за счет налогов, акцизов на алкоголь. Учитываются федеральные финансовые вливания. По сравнению с первоначально утвержденными параметрами, доходы увеличиваются на 7,6%. Собственные доходы увеличиваются на 463,9 миллионов и составят, с учетом уточнения, 27 миллиардов 517 миллионов рублей, что на 3% выше уровня прошлого года. Расходы тоже растут. Так, на строительство и ремонт дорог уйдет 5 миллиардов 42 миллиона. Требует больших денежных вложений и ЖКХ. Сумму уточнили на 585 миллионов, и она составила почти 1,5 миллиарда рублей. 125 миллионов направляется на строительство 3 блочно-модульных котельных в городе Шумерля, 80 миллионов – строительство 2 блочно-модульных котельных на территории города Козловка, 411,2 миллиона – реконструкция канализационных очистных сооружений и строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка в городе Канаш. В 1,5 раза больше средств, чем в прошлом году, выделят на возведение детских садов в микрорайонах Соляное и Новый Город, а также строительство и реконструкцию школ в Цивильском, Маргаушском, Ядринском и Батыревском районах. С учетом распределения средств по всем областям, в том числе социальной сферы, здравоохранения, туризма, просчитан дефицит бюджета. Он планируется в объеме 1 миллиарда 240 миллионов рублей, а госдолг республики на 2018 год снижается на 185 миллионов. За 38, воздержались 2, против нет. Закон во втором чтении принят. Наше решение дает возможность быстро трансформировать всем получателям, которые предусмотрены при уточнении бюджета. Так нужно работать во благо людей Чувашии. –
Госдума приняла в первом чтении закон о свободном сборе валежника. Председатель Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов считает этот вопрос чрезвычайно актуальным практически для всех регионов России. Фактически сейчас граждане не могут собирать эту древесину для собственных нужд под угрозой уголовного наказания. Что же изменится с принятием закона? Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Как вы уже сказали, проект закона о изменении в лесной кодекс, он очень важный, потому что на сегодняшний момент у нас много жителей Чувашской республики проживает близ лесных насаждений, лесов. И сейчас, если забрать лежачую древесину, то это будет приравнено к хищению федеральной собственности. И, соответственно, влечет уголовную ответственность. То принятием данного проекта закона будет разрешено использовать эту древесину. Ее будут приравнивать как грибам и ягодам, сбору грибов и ягод. Но пока порядок полностью не утвержден. Надеемся, что вот весеннюю сессию этот закон будет рассмотрен во втором чтении и принят. А почему возникла необходимость принятия данного закона? Ну, в целом, органы исполнительной власти Российской Федерации, в том числе и Чувашской Республики, были сделаны ряд обращений. Ну, во-первых, как я уже сказал, это как неиспользуемый ресурс для населения, жителей всей страны. Ну и во-вторых, это опасность возникновения пожаров, заваления дорог, распространение заразных болезней и вредителей. Все это вот приводит как раз в том числе вот этот валежник к этому приводит. Сергей Владимирович, мы с вами знаем, что уже из регионов не первый год поступают обращения в Государственную Думу на тему отмены странного запрета. Вот Чувашская Республика выходила с инициативой? Да, действительно, обращения от Министерства природных ресурсов Чувашской Республики, они были. И то, что на сегодняшний день они поддержаны, это в том числе и заслуга, наверное, Чувашской Республики. Но мы, кроме этого, проводили и круглый стол с депутатами Государственной Думы от Чувашской Республики. И на этом круглом столе участвовали и представители из Республики Мариэл, и свои, как сказать, наказы, свои желания. Ну, мы высказали и надеюсь, что они помогут в принятии данного решения. Угу. В случае, если документ будет принят, вот в качестве закона, я уже имею в виду как закон, какие будут условия для сбора валежника? Что там будет прописано? Ну, сейчас об этом говорить, наверное, немного преждевременно. Дождемся, какой редакции будет принят данный законопроект, и после этого уже можно будет сказать. Сергей Владимирович, давайте все-таки выясним, что же такое валежник, вот само понятие, и что сейчас делать населению, гражданам, если вот сейчас наступит весна, да, снова захочется выйти в лес, собрать сухостой. Ну, пока закон не принят, действует лесной кодекс, и согласно данному лесному кодексу мы не имеем права собирать валежник. Валежник – это лежащая там мертвая древесина. Но самое главное еще то, что в случае принятия данного закона, чтобы не было злоупотребления, потому что зачастую у нас хорошие инициативы могут там приводить к тому, что люди начинают там, как это сказать, специально превращать там здоровую древесину в лежачую. Чтобы вот такого не было, конечно, нам нужен со стороны контроль, со стороны лесничества и так далее. Спасибо вам за беседу, Сергей Владимирович. Вам спасибо. В нашей программе есть рубрика «Где не говорят о политике». Мы решили, что в первой программе 6-го созыва первым гостем должен стать никто иной, как председатель Государственного совета Чувашской Республики Валерий Филимонов.
Валерий Филимонов родился в 1960 году в селе Яльчики. Окончил Пятигорский фармацевтический институт, а также Чебоксарский кооперативный институт по специальности юриспруденция. Начинал трудовую деятельность рабочего на Яльчикском крахмальном заводе. После службы в армии работал провизором. 22 года возглавлял государственное унитарное предприятие Чувашской республики «Фармация». Избирался депутатом Государственного совета Чувашской республики 2, 4 и 5 созывов. Валерий Николаевич – заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации и Чувашской республики. Женат, воспитывает 3 детей. Валерий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Разрешите начать нашу с вами беседу с блиц-опроса. Короткий вопрос, короткие ответы. Итак, кофе или чай? Что вы предпочитаете? Чай. Угу. Шоколад... Или кофе, обязательно со сливками. Шоколад черный или белый? Белый. Угу. Какое блюдо вы никогда бы не заказали в ресторане? О, я даже трудно сказать. Ну, наверное, морепродуктов, которых я не знаю. Угу. Охота или рыбалка? Рыбалка. Ваша настольная книга? Ну, тут ежедневник на сегодняшний день, еженедельник в большей степени, ну и тот план работы, который у меня есть. Вы в детстве думали, что станете депутатом? А нет, никогда не думал. А кем? Военным, там, мечта, как у всех молодых, космонавтом быть. Ну, так вот получилось. Фильм, который вы можете просматривать не один раз? «Азори здесь тихие». Как бы вы оценили свое настроение вот прямо сейчас, в эту минуту? Ну, бодрое, хорошее. Ну, все отлично. С таким же настроем предлагаю перейти к длинным, более развернутым вопросам и ответам. Готовясь к интервью с вами, я собрала мнение людей, которые с вами работали и работают по сей день. И у меня сложилось впечатление, что вы человек очень положительный, добродушный, неконфликтный, бесконечно трудолюбивый, с хорошим чувством юмора. Это все воспитание или установка самому себе? То, что вы сказали, это качество, которое дается только семьей, от родителей. Но у меня мама всю жизнь проработала бухгалтером, строгий человек. Папа такой довольно-таки компанейский, душа компании. Но в любом случае я рос в семье. Ну, брат у нас рано, 18 лет уехал учиться, жил далеко от семьи, а я вырос с сестрами. У меня их 4. И, возможно, это тоже складывается и откладывается в моей жизни. И, кроме этого, так получилось, что я в своей основной работе более 20 лет руководил, ну, по сути, на 95% это женский коллектив, государственное унитарное предприятие «Фармация», Министерство здравоохранения Чувашской Республики. Ну, коллектив очень большой, около 2000. Сегодня работают порядка 1000 человек. А там в основном женщины. Как же без обаяние, такое хорошее отношение, там, потому что там приказами или как бы силовым методом там невозможно работать. Возможно, это все и откладывалось и в моем характере. А что-то вас может вывести из себя? Несправедливость, вранье и предательство. Это, конечно, выводит. Угу. Вот у нас закончились Олимпийские игры в Южной Корее. Вы, наверное, смотрели, следили, да, за участием наших спортсменов. Угу. Вы сам лыжник. Лыжня России традиционно вместе с вами проходит. Соревнования открываете по лыжным гонкам тоже вместе с вами. И скажите, пожалуйста, вот откуда такая любовь к лыжам? С детства идет? Зимой лыжами занимаетесь, а летом? Ну, начнем с первого. Вот, по поводу лыж. Никогда не занимался лыжами, честно говоря, до 50 лет. Но всегда смотрел лыжные гонки, биатлон. Так красиво, спортсмены так бегают. Ну, это сказка, красиво. И всегда мечтал, а почему бы не попробовать? Я, честно говорю, занимаюсь вот 6, может, 7 лет. Вот, считаю, что-то, конечно, непрофессионально занимаюсь. Для себя, для физической формы, для того, чтобы не болеть, потому что это тоже иммунитет. Ну, вот научился. Это через как бы физическое упражнение, преодолевая себя. Это очень нравится. И кто начинает вот на лыжах бегать, эти же чувства, они приходят к каждому, что удивительно. Я вижу и, например, главы Чувашской Республики Михаила Васильевича, например, это же заражает, да, этот вид спорта, да, и заряжает. Да, согласна с вами. Да. А хорошо, это вот зимой вы занимаетесь лыжами, а да, летом? А летом, ну, мы более активны и так, то есть это где-то в огороде работаем, где-то помогаем, значит, родственникам, где-то по строительству, то есть вот так, чтобы реально что-то спортом заниматься, у меня не получается. Но пытаюсь вот в последнее время... Где-то, слава богу, есть у нас спортивные объекты,
Есть уже и хоккей можно поиграть. Летом вот стараюсь вот что-то вот именно зимним видом спорта – хоккей. А как проводите свои выходные? Выходные по-всякому. Вот вчера, например, выходные мы лыжные гонки проводили. А так стараюсь с семьей, конечно. Где-то иногда посещаем, редко, конечно, кино. Бывает, возможно, театр тоже посещаем. А какие традиции семейные есть у вас? Ну, традиции – это, как и у всех, это новогодний вечер, конечно, мы собираемся со своими близкими, включая наших соседей. Они в разных местах сегодня в городе живут, ну так. Но, тем не менее, на Новый год – это на 6-7 семей мы собираемся у себя, вот проводим этот Новый год, это традиция. Ну и ездим, конечно, в родительские места. Я сам родом из Яльчиков, там у меня сестра живет. Родителей, к сожалению, нет. Мы тоже туда ездим, как к своим родным, как к родителям, уже к своим сестрам. Угу. Это тоже традиция. Угу. А вот впереди у нас весенний праздник, первый весенний праздник, Международный женский день. Что вы можете пожелать нашим милым дамам, нашим жительницам республики? На 8 марта, конечно, я желаю прежде всего здоровья, счастья, благополучия, любви, чтобы семьи были крепкие, чтобы дети были рядом, чтобы никто не болел, а жили в добре, в согласии. И самое главное, чтобы всегда было хорошее настроение. Спасибо, Валерий Николаевич, за такую теплую, хорошую беседу. А я спешу отметить, что в основную деятельность депутата входят встречи с избирателями. Каждый месяц парламентарии проводят прием граждан по личным вопросам. С графиком можно ознакомиться на сайте Государственного совета Чувашской Республики, а записаться на прием по телефону, который вы видите сейчас на своих экранах.